Всем привет, ребята, с вами Саша Волк, и сейчас, сегодня 1 апреля. Значит что? Значит, нужно разыгрывать друзей. И сегодня, по названию видео, вы догадались, что я сегодня буду делать пранки. Вы можете сделать это над друзьями, над братьями, над сестрами. Для первого пранка нам понадобится ковшик обычный и газ. Нам понадобится еще сахар и чуть-чуть лимонной кислоты. Еще пол столовой ложки, да? Да, пол столовой ложки воды. Все это перемешать, да, ввести до кипения и поставить все это в холодильник. И что ж, я уже это все сделала. У меня получилось. Сейчас. Чупик глядит. Вот дай. Так вот. Чупик? Один утас. На, сама вчера сделала. Не надо мне. Да давай, на. Че, боишься? Угу. Да давай, на. Ну, пожалуйста, другой. Господи. Эх, не столько. Сейчас. Вот. Вкусно? Очень. Вкусно, реально? Как? Вкусно? Нет. Для второго пранка нам понадобится зубная щетка того, кого вы хотите разыграть, и краска. Но как всегда, у меня не нашлось пищевой, так что я буду обычную гуашь. Я знаю, что она несъедобна, она будет пахнуть, ну ладно. Теперь мы наносим эту краску на его зубную щетку. Я уже это все сделала. Думаю, что он не заметит. Ставим на место. Ждем жертву. Теперь я размещу камеру. Если не будет чуть-чуть не видно, то это нормально. Саша! Да, будь осторожна, она еще, видите, не оттерлась, она вся черная, потому что у меня краска была коричневая. И для второго пранка нам понадобится, простите, для третьего пранка нам понадобится обычная вода, ой, кружка с водой и листочек. Что мы сейчас будем делать, вы сейчас все увидите. Мы берем листочек и вот так вот накладываем. И вы готовы? У меня чуть-чуть потекла, но это ничего страшного. Теперь мы должны это все убрать. Оп. Сейчас я вытеру это все. Лишнее, чтобы не было никаких подозрений. И теперь ждем жертву. Палик, где ты? Подними, пожалуйста. Вы видели все сами. Теперь она будет моей жертвой. Для этого понадобится. Чай. Поливаем его. Чуть-чуть. И соль. Берем вот чуть-чуть. Берем много. Вот столько вот. И теперь мешаем его так. И теперь у Саши спрашиваем, будет... Че это, Павлик? Такой добрый. Саша? Будешь чай? Вот такой.
ничего нету? Нету, абсолютно. Я боюсь. Вы что, суп не едите, да? Сейчас мы будем. Такой. Это что за рюкзак? Последний пранк был очень соленый. Я даже не знала, что он меня разыграет. Вот, но это видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока. Блин.